На курорте кипят боксерские страсти. Сегодня стартовало первенство по боксу Краснодарского края. Участниками турнира стали юноши 17-18 лет. О том, как прошло открытие, далее в сюжете. На турнир съехались более 100 юношей из 20 муниципальных образований Кубани. Для города курорта Анапа соревнования по боксу имеют огромное значение. Сегодня у нас в 3 спортивных школах занимается более 1000 обучающихся и спортсменов по этому виду спорта. Сегодня в данных краевых соревнованиях участвуют наши 8 лучших спортсменов в этом возрасте. И мы надеемся на положительный результат, на отбор в состав сборной Краснодарского края для участия во всероссийских соревнованиях и Южно-федерального округа. Анапу представляют боксеры из нескольких детских юношеских спортивных школ. Победители будут определены по 18 весовым категориям. Готовы хорошо, но я думаю, что прошлый год-то пересидели, потому что пандемия и все остальное. Поэтому здесь ребята даже сейчас начало мероприятия выходит, ну, по-хорошему, по-спортивному голодные. Все. Ну, на анапчан надеемся. 8 участников у нас, среди них мастер спорта, двукратный победитель первенства Европы Аким Павлюков в весовой категории 75 килограмм. А до 81 у нас боксирует Тимурас Суров, тоже победитель первенства Европы по кикбоксингу. Вот. Команда хорошая, ровная, надеемся. Первенство открылось парадом участников, которых приветствовали именитые гости, представители администрации, депутаты, ветераны бокса, руководство Краевой и Муниципальной Федерации бокса. На сегодняшний день соревнования возрождаются в связи с этой ситуацией, с пандемией. Спортсмены долго засиделись, но высокие старты никто не отменял. И впереди у нас и первенство мира этого возраста, 17-18 лет, и первенство Европы. Для них сегодня этот этап является первоначальным к отборочным, большим высотам. Вот здесь мы на первенстве Краснодарского края будем формировать сборную. Затем мы поедем на первенство ЮФО уже в Майкоп. Оттуда ребята будут отбираться на всероссийские соревнования первенства России, которое пройдет в Барнауле. После представления судейской коллегии начались бои. Нормально, отлично. Доволен собой? Да. Ну, не получилось все, но буду стараться дальше. Соревнование продолжится до 15 марта. По итогам турнира будет сформирована сборная края для участия в первенстве Южного федерального округа. Это первый старт сезона для этого возраста, первенства края. По результатам мероприятий будет сформирована команда Краснодарского края, которая будет принимать участие дальше в региональных и всероссийских соревнованиях. Олеся Давыдова, Иван Рыбальченко, 39 канал.